This is Tisha. Knows. This is the if I eat something, you eat something. Fairy tale. The chipmunk said, if I eat something. No, it's not like that. Okay. If the squirrel said, if I eat something. No. He told the crow, it's you the crows eat are something. Waiting for the squirrel to finish. So you can eat after me. And the crow said, if I eat something, you eat something after I eat. And that's the end. That's the end. Okay, don't touch it. Why? It's okay, the don't end. Touch it. It's the end of the story. It's the end of the story, Mom. Okay, stop it. It's the okay, end. Videotaping. Stop it, stop it. I'm videotaping it. Don't touch it. I don't want it. You don't want it, you don't do it. I do it. But we're not doing it. I'm waiting for Chipmunk. Hold on. But then I can continue the story to be continued. Stop making noises. I want to record the birds talking. Move now? Over for 1 second. Can I go now? Yes. Юрка посидела, почесалась. Ага. Да сядь ты кушай уже. Да, уже да. Пальцы, там должны ручки были. На хлеба, чтобы ты там ножичек. Да, вот этот литовский хлеб потом собирают. У нас есть львовский потом соберут. Какая-то тетка не литовский. Думаю, давай я попробую. Потому что месяц одна шпекальная еда. Ну, это не так выпекают. Когда вот они будут сами, когда это хорошо. И надо маму включить. Понимаешь, она тянет хлебку, когда он сильно уже не свежий, уже не дает. Я очень люблю, она это тут, ну, как бы с ним показывает, говорит, говорит, что он готов. Ну, слушай, слушай, все равно, каждая копейка ходила, то есть на четверг. И, ну, 10%. Я говорю, а что за фигня? А вот сейчас я пошла, я купила 8 долларов. 8 долларов. Извините, 8 долларов. Только другой да, я на борте, сейчас я говорю, чего нету. Это самое. Мне рыба пишет, я пишу сама, что делать? Я же скажу, что делать? Нет, я же не сижу, мне рыба, она понимает, что вспоминает, допустим, что там, допустим, или на ногу говорит, что не вспоминает, а, допустим, а, ну, оно заканчивается. И вот она говорит. Проблема, нет, она как бы сидит, то ли нормально, то
пошла, вторым кругом пошла. Ну, она не будет так. Ну, маленький, маленький. Я поставлю. А ты сколько? Сколько мне эльф? Варить сколько? Два яйца? Тьфу, испугалась. Я думала, что это... Сколько, говорит, это плоская штука? Ну, очень хорошая, хорошая доза. Один. Так, подождите. Надо было мне. О, здравствуйте. Это что там? А к чему нам это? Опа. Что-то мне вот это босые ноги наши. Где твои носки? Красиво, с пушистым хвостом такая, да? Ты белочка такая, камни не запасутся? Так и хомячки, брундучки. Это же халява. Это же халява. Это же халява. Ты что, работать не можешь? Сейчас мне надо ничего думать, да, я сейчас покажу. Потом белочек, потом рублей. Все, потом не запомнит и будет, если это кружить все время. Я уже привыкла, не знаю, потому что я знаешь, какие-то уже сашки стоят вещи. А это чище. Да сама, а я уже как бы научилась ему, там корона, и когда делаю, и говорю, что она делается. Так, значит, Олег сказал, что он даже и не доставал. Ничего. Слышишь, это самое. Они все сделали сами. Что мне сам заполнится получилось, то и получилось. Оставь в покое. Да что ты, говорит, нервничаешь? Не надо. Если там нету простыни, то есть на парке, не помнишь, что я говорю, наверное, там, думаю, ужастик. Он говорит, ну это тебе так кажется. Ну, ты хочешь придумать себе ужастик? Ну, ты его придумаешь. Твоим глазам ужастик. Спокойно, говорит, вас пошел пить кофе. Он хотел поехать на рыбалку, он говорит, встал, говорит, у них там будет очень сильный ветер. Там, говорит, шторм ветер был. Ну, у них там океан. А у нас здесь город. Ну, где это у них там океан? А, ты там? Побережье. И у вас океан. Я просто говорю, как мы вам. И у нас океан. Ну, да, вот уже видел? Когда я лежал, у меня был кондиционер включен. И окна закрыты. У нас же там 70 акций, что осталось. Слушай, а что, не дом? Нет, я хороший внутри. Нет, понимаешь, не чисто. Да, чтобы подымалась. А ты оставь половинку, я тебе ложечку дала. А, это же не посмятку, наверное. А не посмятку, мягенький. Не мешочек, мешочек, когда подают морду. Соли не надо? Мягко лучше. А, да, да. Объяснение она стояла 12 часов, а вчера у него получилось 14. Что он пришел? Получил слово утром. Как он вчера был? Но это хорошо, но
Камеру не поставили? Камеру не поставили? Вот это чудо. Немножечко проверим, что две ворота. Они говорят, да, нормально, это будет. Ну, а там просто конкретно. Две ворота сидят, что-то не так. Кино. Вот еще одна лисица, третья. Девочка их согнала, ты помнишь, как я тебе говорила. Третья вот так спикировала на любую ворону. Типа отвалит на черешню. Это все равно не первое, конечно. И что же вот на неделю? Вот наблюдай, наблюдай. Все равно я умру. Если я не съем, так значит я помру, ты останешься жить. А так надо всех налево и направо, всех распилить. Но тут только, в принципе, как бы за еду и за пищу. Ну, бурдучок не полезет ни на белку, ни на этого самого. Там что бурдучка может ворону заплевать. Понимаешь? У нас тут это большая. Когда сидела ворона, сидела и ходила, бурдучок вот так там по кустам ходил, вот так кругами. Бедники, как родственники его. Что, белка надо, там ворона были, а белка надо. Через ворону, и ворона вновь спугала. Она так, ну, куда и надо, она просто идет. Вот тебе, пожалуйста. А что, так надо, пока они сидят? Пока не сидят. А потом будет очень интересно. А ну, видно, что там есть проспособ, что ворона вновь ходит. Люди забирают, да. Потому что белка, ведь знаешь, как она это сама же говорит. Быстрее забрать, мое время, ням-ням-ням. А у белки есть эти? Нет. Немножко так, чуть-чуть такие мешки, не такие, как у хомяка, чуть-чуть. Она может сложить там 5 зурин, допустим, там, ну, 5 орехов, но не больше. То есть у нас-то, что она может взять еще в руку взять. Понимаешь, в руку все взять за собой. И идти на этих двух лапах скакать, это и третья лапка помогает. А в четвертой держать может вот там вот, да, лапочки держать. Это прикольно, Юрка, я тебя вставила, слышишь? Еще одна прилетела. Ворона тогда с головой ушла. Просто, значит, оборачивается уже. Она уже не это самое, она уже там просто... Она будет клевать. Все подряд. Да. Поедем в кольце крошки. Все, там уже тоже еще одна прилетела, смотрю. Там уже, наверное, ничего не осталось, она должна прям быть... Я хотела это сказать, что она должна прям туда упасть, в эту самую, в банку. И должны банку перевернуть, будут клевать эту банку. Так. Здесь банка уже перевернута. Уже перевернута. Вот. Я это хотела сказать. То есть пока до последнего все крошечки там с пола не соберут, там с этого самого вокруг, не успокоятся. И потом еще в течение дня будут прилетать смотреть. Вроде бы приходить смотреть, если там что-нибудь еще или что. Конечно, поставлю не YouTube, только без звука, потому что она с ним поругается. Я слышала. А, ну он же историю начал говорить. Ну и не только. Потом типа, ну и все, закончится свой подкаст. Ну я говорю, что это бегать не закончился. А я говорю, что бегать. Ну все, у него все закончилось, вот тут уже. Тут ты опять ничего продолжаешь. Или захочется здесь, где-то я захожу, гружу. Ну, а
уже хотела домой вареную. Нет, а я как-то вот видишь, Саша, я утром была завтра. Ну, он дома с утра. Ты же видела, когда ты еще готовила? Я другую бы можно не взяла, потому что легче на работу. Хорошо, я не да, совсем придираться тоже нельзя, это нехорошо, слушай, это тоже. Это, наверное, контакт, я не кушаю. Мам, да показываешь свое то фи-фи. Фу-фу, фу-фу. Вот. Нет, у меня такого нет, и не было никогда, и не будет никогда. То есть все нормально. Мне все прикольно нравится, это сама бывает хорошо. Даже если я не скажу Таликину, чтобы он сводил мне кофе утром, как он будет пепель, да? Поставить себе маленькую эту кружку. У меня такая стакана есть, только маленькая, на одну кружку. Я подаю, значит, так собираю. А я что, кофе утром не пью? Мне не надо. А он же говорит. Ну, он же холодный. Я встаю за тобой сразу же, через полчаса. Что мне не холодное? Я так хорошо успеваю горячее не попить. Я скажу, сам. Владимир, я так понимаю, что кто так вырос, вот этим заботится. Ты вот это я смотрю. Потому что я просто явно как про себя скажу. Да, там я набирала или не черпала. А потом ходили все стороны, глазом намётом на что-то. Так же в глаз выбрать. Тебя глаз снимет, но у меня не умер. Это так знаешь? Это действительно наша тренировка там с детства. Чтобы думать о том, да, о чем да, еще дальше. Ну, ты подожди, ты же думаешь о этом? Нет, поэтому я тебе говорю, да, конечно. Понимаешь? Ну ты же не знала, что вы будете так они думают. Правильно работать? Правильно?